Приветствую всех зрителей моего канала. Сегодня хочу приготовить простой, но очень вкусный салат с ананасами и куриной грудкой. И если к знакомому многим вкусу добавить эффектную подачу, то этот салат отлично подойдет на праздничный стол. Рецепт вы можете видеть на экране, а также в описании под видео. Для начала нарезаем отварную куриную грудку. Режу ее не более 1 см в толщину и длину. Куриное филе для салата необходимо отваривать в предварительно подсоленной воде. Но так как мы готовим не бульон, то ложить ее следует в уже кипящую воду. Далее яйца разделяем на белки и желтки. Белки нарезаем на небольшие кусочки. Консервированные ананасы также нарежем. Конечно, можно сразу выбрать ананасы кусочками в банке. На мелкой терке натрем немного сыра. Хорошо, если этот сыр будет иметь ярко выраженный вкус. Желтки также натрем на терке. Мелко порубим грецкие орехи. Немного, буквально горсть. А теперь приступаем к сборке. На дно тарелки положим листья салата. Далее возьмем кулинарное кольцо. Так наш салат будет смотреться более эффектно. Первым слоем выкладываем куриное филе. Смазываем майонезом. Можно использовать как домашний, так и покупной майонез. Но куриная грудка самый сухой слой, поэтому смазываем ее хорошо. Следующим слоем выкладываем ананасы. Разравниваем. Далее, так как ананасы сочные, я их ничем не смазываю, а сразу кладу куриные белки. И только сейчас покрываю их тонким слоем майонеза. Выкладываем кукурузу. Сверху присыпаем сыром и все хорошо прижимаем. И покрываем майонезом. Аккуратно снимаем кольцо. По бокам присыпаем желтком. А в середину кладем дробленые грецкие орехи. В завершение украшаем салат дольками ананаса и клюквой. Наш салат готов. Дайте ему пропитаться 1–1.5 часа и можно пробовать. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь. Я же говорю вам спасибо за просмотр и до новых встреч!